Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мила Гим, и это «Погоня героев», новый костюм у Анжелы, обновление. Посмотрите, какой красивый! Теперь Анжела пчелка, у нее есть крылышки и красивые вот такие защитные маски или очки, как у пчелки. Даже на этих очках есть вот эти соты, знаменитые глаза пчелки, которые состоят из разных сегментов. Очень-очень классный костюм. Мне понравился, ребята. Если вам понравился костюм, обязательно ставьте лайк под этим видео. Но я думаю, что это будет самый крутой костюм из всех, которые есть у кошечки Анжелы. Мне эта идея очень понравилась. Посмотрите, какой у нее хвостик, как у тигра. Хвостик, правда, похож не как у пчелки, а как у тигра. Он такой полосатый. И пчелка полетела. Супер удар. У пчелки тоже очень красивые крылышки, маленькие голубенькие крылышки, смотрятся прикольно. Можно, конечно, было сделать побольше, но с другой стороны, у пчелок крылышки маленькие, это же не бабочки, поэтому самое-самое то. Костюму лайк и разработчикам большой-большой и такой жирненький лайк за такой красивый костюм для нашей красавицы кошечки Анжелы. Ребята, может быть, у котика Тома тоже будет костюм какого-нибудь шмеля. Было бы прикольно. Но мне нравится это направление в костюмах, что вот как насекомые. И вообще, насекомые очень красивые, если их смотреть под очень хорошими качественными камерами и фотосъемка, вот микросъемка. Я думаю, что вы, может быть, видели такие фотографии, обязательно посмотрите. Если вы еще не видели такие фотографии насекомых через микросъемку, они очень-очень красивые. Насекомые, как инопланетяне, они похожи на супергероев. Если посмотреть на пчелу вблизи или на муху вблизи, они похожи на супергероев. Очень-очень красивые и классные. Особенно у них красивые глазки. Они с такой сеточкой. А еще, ребята, вы знали о том, что у пчелы 5 глаз. У пчелы есть 2 больших глаза. Сетчатые огромные глаза, которые мы видим, они очень красивые. И еще на макушке у пчелки еще есть 3 глазика, представляете, какая она глазастая. Так что не только у паучков много глаз, у пчелок тоже много глаз, но про это мало кто знает, ребята. Так что наша пчелка Анжела тоже теперь с такими глазищами, с большими, как у настоящей пчелы. И она очень красиво смотрится на этой доске, мы уже летим в подвале, где-то в канализации. Догоняем босса енота. Давай-давай. Пчелка Анжела догнала босса енота и забрала сундучок. Шикарный сундук у нас. У нас в лапах. В лапах наших насекомовских лапах. Бежим-бежим, хвостиком машем. Хвостик прикольный, как у тигра. Мне понравился, ребята, крутой костюмчик. И мы запрыгиваем на крышу в египетской локации. Это египетские пирамиды с надписями и рисунками наскальными. Очень-очень красиво, нравится мне эта локация. Перепрыгиваем пропасти и собираем много золота. Это драгоценности, египетские драгоценности. И всякие золотые монеточки редкие. Так, вперед-вперед, прекрасно. Кошечка Анжела перепрыгнула и уже 938 монеточек собрала. Молодец. Ну а теперь мы поездим на мотоцикле. Суперреактивный мотоцикл. Ох, красотка. Очень классный костюм, ребята. Самый крутой костюм из «Погони героев». Если дальше будет продолжаться так же, костюмы будут такие же крутые, то игра будет супер классная, но она и сейчас, конечно, очень-очень красивая, все так красиво сделано, но этот костюм самый классный. Кому тоже нравится больше всего этот костюм, пишите в комментариях. В комментариях под видео пишите про костюмчик новой кошечки Анжелы. Если он у вас, этот костюмчик, пишите в комментариях. А мы летим по пляжной локации. Справа у нас океан, слева тоже океан, а впереди красивый закат. И звездочку собираем. Красиво, красиво. Давно я не играла в эту игру, в «Погоню героев», и, конечно, игра очень красивая. О, босса енота еще одного догнали, еще один сундучок у нас в припасе. Прекрасно, уже 2 сундучка будем открывать. И опять мы в египетской локации. Ох, этот енотик, который раскидывает монеточки. Мы его поймали. И еще супер прыжок, и несколько енотиков мы с вами победили. 78 енотов уже победила пчелка Анжела. Пчелка Анжела — это королева пчел, самая главная из всех пчел. В улье, кстати, тоже есть главная пчела, которая руководит остальными пчелами, и все пчелы всегда следуют за ней и ей помогают. И поэтому, кстати, у пчел такие большие красивые домики, они строят очень красивые ульи,
которых каждый сегмент уля очень ровненький и красивый. Ребята, это чудо, можно сказать, что пчелы могут строить такие красивые дома. Без всяких приспособлений, без линеек. Они очень ровные делают улья и ровные делают вот эти ячейки, в которые складывает мед. Это чудо, можно сказать, да. И кошечка Анжела у нас тоже самая главная пчела, которая руководит остальными пчелами. Такая большая-большая красивая пчелка. Так, летим-летим, мы уже на реактивном самолете летим, на космическом корабле таком. И давай-давай, пригнись, прекрасно. Ну да, погоня героев немного обновилась, и здесь стало посложнее летать. Раньше было намного все проще, сейчас много препятствий появилось, и это даже хорошо, стало более интересно играть, ребята. А вы какую игру больше любите, Том за золотом или погоня героев? Пишите в комментариях. Вот, ну мне Том за золотом, конечно, нравится, потому что там очень много разных локаций и очень много персонажей. Вот, ну, погоня героев — это, в принципе, такая игра, она новенькая, появилась намного позже, чем Том за золотом, поэтому здесь тоже все впереди, и тоже игра очень-очень классная. Еще одного енота, босса енота догоняем. Так, давай-давай-давай, сундучок нам. Это, по-моему, уже третий сундук, правда, ребята, нам можно будет открыть очень-очень много сундучков после того, как мы прибудем на базу к остальным нашим друзьям. О, давайте забежим в город. Вперед, вперед, по городу полетаем. Теперь у нас кошечка Анжела точно летает. Она же пчелка, насекомая. Поэтому она у нас летает. Супер сила пчелы Анжелы. Вперед! Анжела своим жалом всех енотов победила. У нее за место жала, ребята, хвостик. У пчелки жало, а у Анжелы нашей хвостик. Смешно, конечно. Прикольно, прикольно. Мне очки нравятся. И, о, еще и защитный. Кстати, защитный щит у нас тоже, посмотрите, из многоугольников состоит, из таких сот. Подходит пчелке нашей. Запрыгиваем на крышу, полетаем. Проверим, как же пчелка Анжела перепрыгивает пропасти на крыше. Давай-давай, перепрыгнули. Прекрасно, теперь вправо. И еще один кран подъемный. Вау, какая же здесь высота, красота. 2377 монеточек и 119 енотов мы уже победили. Ну и хорошо, очки мы зарабатываем. Уже много у нас очков. И ловить не будем, мы уже хорошо словили разные примочки для кошечки Анжелы. И бежим по городу. Может быть, здесь что-то новенькое есть, кстати. Вполне возможно, что тоже что-нибудь новенькое появилось. Но пока я вижу, что много разных препятствий появилось. И очень много стало вот таких грузовичков. Их было раньше меньше. Так, дороги, енотики. Расчищаем дом. Хотелось бы, чтобы еще какой-нибудь босс-енот новый появился. Ну, это, конечно, всегда хочется что-нибудь новенького. Сколько ни сделай, всегда хочется еще что-нибудь интересненькое. Но костюм прикольный. Так, давай-давай, еще одна крыша, ребята. Запрыгиваем наверх. Так, монеточки, енотик с дороги. И полетели. И еще один подъемный кран на крышу. Перестраиваемся в левую полосу, немножечко звездочки. Пчелка немножечко врезалась. Так, давай-давай, крылышки активируй свои. Могла бы она еще летать, было бы классно. Вау, какие облака. Так, перепрыгиваем. Молодец, кошечка Анжела. Пчелка-кошечка Анжела, молодец. Хорошо перепрыгивает, ни разу мы еще никуда не врезались и не упали. Это очень-очень хорошо. Красота, крылышки у нее прикольно смотрятся. Так, еще немного. И последние препятствия. Вот такие вот, ребята, обновления. Вот такое прикольное обновление. Долго я ее ждала, кошечку, пчелку, не было ее. Но вот, наконец-таки, мы можем теперь посмотреть на нее. Какая же она красотка получилась. Полосатая пчелка. Магнитик схватила. Еще один магнитик. Везет нам на магнитике. И собираем монеточки. Так. Ребята, пишите в комментариях, кто хочет получить привет в следующем видео. В этом видео еще не будет приветиков, а вот когда я соберу побольше приветиков, то в следующем видео обязательно передам привет. Так что пишите в комментариях, кто хочет получить привет, обязательно пишите в комментариях. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал.
Подписчикам передаю приветы, ну и ставьте лайк под этим видео. Вот такая пробежечка у нас получилась с новой героиней, с пчелкой Анжелы. А теперь мы открываем сундучки. И здесь у нас монеточки, алмазики и супер ускорение. Еще один сундук, второй. О, 500 монеток, ускорение и алмазики. Третий сундучок. Здесь у нас тоже. О, еще и реактивный мотоцикл. Три сундучка. Молодец, красотка, пчелка. Собрала очень много для нас полезного. Как настоящая пчела. Пчелки собирают мед, а пчелка Анжела собирает у нас сундучки. Тоже очень такая трудолюбивая пчелка у нас, кошечка Анжела. Красотка, красотка, пчелка. Нужно будет устроить соревнование между пчелкой Анжелой и, может быть, с другой пчелкой из другой игры, либо, может быть, с том Зазотом. С какой героиней устроить соревнование? Пишите в комментариях, с каким героем устроить соревнование для пчелки Анжелы. Можно из Тома Зазотом выбрать какого-нибудь героя, может быть, тоже какую-нибудь Анжелу, либо еще какую-нибудь игру интересную. Пишите в комментариях ваши варианты. Обязательно все комментарии читаю, и для меня это очень важно. Буду из них полезную информацию собирать. Ну все, ребята, всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр, всем хорошего настроения. Встретимся в следующем видео. Пока-пока!